Одесские стражи закона сегодня принимали подарки. Нацполиция Украины, а также областной и городской советы передали им 15 новеньких служебных авто. Среди них такие модели, как Renault Sandero, Traffic и Transit, Toyota Premium, Fiat Doblo, Ford Transit на 8 и 18 мест и другие. Некоторые из них усилят полицию в отдельных районах региона, некоторые пригодятся до доукомплектования дежурных частей нашего города. В частности, следственно-оперативные группы получили машины для выездов. В полиции заверяют, что новая техника поможет ускорить реакцию на вызовы по линии 102. На жаль, наши граждане не завжди могут або имеют возможность связаться с оператором, або группы патрульной полиции, або слідчо-оперативные группы приезжают десь через годину, через півтори години, коли громадянам необхідна швидка допомога. Ми розуміємо ці проблемні питання, і нас підтримала влада для того, щоб ми мали можливість швидко вирішувати ті завдання, які стоять перед суспільством. Помимо автомобилей, полицейские получили нагрудные видеокамеры, квадрокоптеры, компьютеры и технику спецпредназначения.